Всем привет! Сегодня у нас 29 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Вот подошла первая фаза обработки яблони и груши. Вот можно видеть на данном примере выдвижение цветковых почек и набухание их. В эту фазу нужна обязательная обработка от грызуче-сосущих и от грибковых заболеваний. Буду бороться с такими вредителями, как казарка, букарка, цветковый долгоносик и тля. Уже смотрю, сука, сидят, размножаются долгоносики на почках. То есть нужна обязательно обработка. И кое-где уже вижу зеленую тлю. Вот, видно, в какой фазе нужна первая обработка по вегетации на яблоне. Сейчас покажу, это яблоня у нас, какая фаза у груши. Обрабатывать будем и грушу, и яблоню одними и теми же препаратами, фунгицидом и инсектицидом. Сейчас покажу грушку. Вот подошел к груши, вот такая вот почка имеет вот такой вид набухания почки, выдвижения цветковой. В этот момент нужна обязательно обработка от вредителей и от грибковых болезней. Что по яблоне, что по груше. Вот можно видеть. Все в цвету. Работать буду инсектицидом и фунгицидом. Вот эти два препарата. NGO и Horus. Эти два препарата смешиваются в 10 литрах воды и проводится обработка нашего сада. Очень важно проводить свежепредотвором раствором. Это дает наилучший результат. Надеюсь, что это видео было полезно. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.